Всем привет, с вами Давид Ильич. Сегодня на обзоре SSD с AliExpress под брендом MoveSpeed на 2 терабайта, и это PCI 4.0. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене, ссылочку оставлю под этим видео. Продолжаем рубрику SSD с AliExpress. Сегодня очень интересный и недорогой экземпляр PCI 4.0 NVMe на 2 терабайта. Данный SSD у нас под брендом MoveSpeed. Вот такой вот кошачий взгляд вы можете увидеть. Но так как это китайский SSD, вы можете увидеть, что у нас расположение данного SSD наоборот. В большинстве материнских плат эти глаза будут выглядеть вниз головой, к сожалению, но благо данный радиатор, пластинка и так далее можно перевернуть, и тогда уже будет все нормально. То есть все это легко отклеивается. Главное, надписи про потерю гарантии в случае отклеивания верхнего стикера здесь нет. Да и с другой стороны, покупая с AliExpress, какой гарантии мы с вами говорим, хотя 3 года все-таки здесь заявлено. Также здесь у нас сразу же есть заявлен контроллер. Это Maxio MAP1602, тот самый, который просто иногда поражает своей эффективностью и производительностью, которая иногда даже лучше, чем у SSD с DRAM кэшем. Ну, опять же, я это говорю все про ситуацию за пределами SLC кэша. В рамках SLC кэша пока все-таки равных SSD с DRAM кэшем нет. Что касается ресурса, здесь у нас 1200 терабайт, ну и, конечно же, скорости. 7450 на чтение, 6500 на запись. Давайте все это дело с вами проверять. SSD-накопитель MoveSpeed объем 2 терабайта установлен. Давайте переходить в управление дисками для инициализации нашего SSD. Отлично. Теперь форматируем файловую систему NTFS, как всегда. Что касается чистого объема, 1863 гигабайта. Операционная система традиционно округляет до 1,81 терабайт. Что ж, супер. Ну и давайте смотреть, что же нас ждет в утилите Crystal Disk Info. 43 градуса, моделька у нас определяется корректно. И вот здесь по номеру модели видно, что это вроде как у нас моделька N7000. Судя, потому что есть N5000, где уже скорости у нас поменьше. Что касается температуры 43 градуса, в данный момент SSD установлен без какого-либо радиатора через переходник, вот с этим стандартным мягким стикером, он же типа радиатор. Два включения, 0 часов работы, хосты и чтение записи по нулям, перед нами абсолютно новый SSD. Температура потихонечку у нас поднимается до 44 градусов. Для контроля температуры мы запустим CPU ID Hardware Monitor, где будем отслеживать в процессе всех тестов температуру. Как только будет у нас намек на тротлинг, я все это дело сверну, установлю радиатор от переходника здоровенный, который сможет усмирить пыл любого SSD накопителя, и сделаю тесты снова. Но пока давайте посмотрим, что же у нас будет с комплектным радиатором, потому что, судя по предыдущим тестам других SSD на этой же начинке, вроде как даже ничего не перегревается. Поэтому сейчас смотрим на начинку утилитами от Вадима Очкина. Это у нас на определение чипов и начинки от Maxio. Наш SSD 0 запускаем в MTC 232-слойный. Великолепно. Контроллер Maxio MAP1602. Супер. То, что нам надо. Поэтому сейчас все закрываем, запускаем AIDU 64. Здесь у нас в хранении данных, конечно же, ничего не определится, да, за исключением просто вендора. То есть мы можем просто понять, какой здесь у нас производитель контроллера. Но смотрим на температурные датчики. Датчика у нас здесь с вами два. И здесь мы видим точно так же максимальную температуру, по второму датчику нет. И давайте переходить к обкатке нашего SSD накопителя. Это у нас тест диска. Так, супер. На линейную запись на всем объеме запускаем и ждем результат. Кстати, пока мы не перешли к тестам, давайте перейдем на официальную страничку AliExpress, официальный магазин MoveSpeed Official Store, и посмотрим на характеристики нашего SSD. 7450 на чтение, контроллер Maxio MAP1602, все заявлено, чипы YMTC. Круто. Здесь у нас энергоэффективность. Здесь у нас якобы
Здесь у нас якобы наклейка отводит тепло. Ну и вот они. Вот они наши характеристики. То есть, если мы посмотрим, 7450 на чтение, 6500 на запись, 3 года гарантии на все SSD. Вот, кстати, серия есть N5000, где у нас скорости пониже. И ресурс 1200 терабайт. Что ж, это все интересно. Давайте перейдем в описание, где нам расхваливают не только наши SSD, но и другие SSD-накопители. Пойдем ниже. Вся начинка у нас здесь указана. Супер. Ну и, конечно же, как восхваляют, 3 года, PCI 4, конечно же, SSD. Начинка безбуферная, чипы UMTC, все круто, все супер, все энергоэффективно. Конечно же, с гарантией защиты совместимо с PlayStation 5. Да, высокий ресурс. Да, чипы TLC от бренда UMTC. Ну и, да, конечно же, надо же свою фирму расхвалить. Что касается характеристик, здесь у нас все скупо. Здесь у нас 7450, 6500, собственно, больше здесь ничего интересного-то и нет. Если мы вернемся в самый верх, то посмотрим на отзывы. Ну, почти 2000 отзывов у нас на данной SSD здесь есть. Большинство, конечно же, пятерки, но есть разные. Итак, тест у нас завершен. Получаем график, в принципе, типичный для безбуферного SSD, где 10% это у нас SLC кэш с максимальной скоростью. Потом у нас скорость снижается, но у нас есть вторая ступень снижения скорости. SSD у нас прогревался в максимуме до 50 градусов, судя по датчикам. И вот раньше на такой начинке такого снижения скорости не было. Смею предположить, что это у нас из-за тротлинга. Но даже в этом случае, даже после перегрева у нас скорость на очень высоком уровне. Это примерно 2000 мегабайт в секунду. Но, думаю, лучше поставить радиатор сейчас на SSD, сделать тест снова и посмотреть, сравнить полученный результат. Ну что, второй тест уже под радиатором у нас завершен. Видим с вами график, примерно такой же, какой был у нас на первом тесте, без радиатора. Вот эти вот провалы никак не связаны с тем, занимался за компьютером чем-то или нет, потому что я ничего не делал, пока шли тесты. У меня есть, благо, вторая платформа на AMD, где я могу заниматься всеми своими делами. И если мы с вами сравним с тем, что было, то да, это все-таки у нас очень похоже на результаты тротлинга, то есть снижение скорости. Здесь такого у нас снижения нет. Ну а что касается конца заполнения, то здесь у нас все в принципе идентично. Что ж, результат неплохой, посмотрим, что будет у нас дальше. Ну и, конечно же, я уже сделал все тесты синтетические. Crystal Disk Mark при заявленных 7450 мы с вами видим практически 7000 баллов. Можно считать, что у нас скорости все подтверждены. Запись у нас здесь все в полном порядке, никаких вопросов. Ну и да, друзья, случайное 4К чтение на безбуферника 88 мегабайт в секунду. Это очень хороший результат. В SSD Benchmark у нас практически 10 тысяч баллов, тоже все мы с вами это видели. Что касается мелкоблочки в AutoDisk Benchmark, чтение на нормальном уровне, запись на великолепном уровне. Ну и в 3D Mark у нас точно так же, не хватает чуть-чуть до 4000 баллов, результат хороший. А если мы посмотрим на PC Mark 10, быстрый тест у нас 3515 баллов, на полном тесте у нас 3657 баллов, и это тоже хороший результат, тем более для PCI 4.0 безбуферника. Что ж, сворачиваем все наши синтетические тесты, обязательно смотрим на операции ввода-вывода, и давайте переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого будем копировать папочку рендер на наш SSD и смотрим, что же в итоге у нас будет по скорости. 3.2 в самом начале, 3.3 гигабайта в секунду, 3.4, потихонечку у нас скорость поднимается вверх, но нет, 3.2, 3.3 гигабайта в секунду, все-таки, я так понимаю, это максимум нашего SSD накопителя. Но давайте смотреть, что будет дальше. Первая, вторая. Ну а на записи третьей папки у нас есть снижение скорости до 2,4 гигабайта в секунду. Это очень хороший результат, тем более для безбуферника. Да, подобное мы с вами уже видели, но все-таки даже топовые SSD многие так не могут. То есть скорость снижается у нас не так сильно, и это очень круто. Продолжаем заполнять наш SSD. Третья, четвертая.
На записи пятой папки у нас есть снижение. Скорость возвращается обратно. Шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая. 3 гигабайта в секунду. Но на записи 14 папки у нас есть снижение скорости до 500 мегабайт в секунду. И скорость у нас тихонечко поднимается до 800 мегабайт в секунду. Смотрим, что будет дальше. 14, 15, 16, 17. Но к концу записи последней 18 папки у нас скорости начинают скакать. И я так понимаю, это связано как раз, да, вот с этими вот подъемами, которые у нас здесь есть. Единственное, по моим ощущениям, скорость у нас просела раньше, чем это было на графике. Что ж, SSD у нас забит практически полностью. Сейчас без какой-либо паузы на 97% заполнения запускаем Crystal Disk Mark и ждем результат. В итоге, что касается скоростей чтения, у нас остаются на прежнем уровне. Случайно 4К ожидаемо снижается, но также у нас снижаются и скорости записи. Если мы сравним с тем, что было у нас на абсолютно пустом SSD, то разница, конечно же, здесь очевидна, разница здесь заметна. Но только стоит выполнить команду trim и сделать тест снова, как мы с вами можем увидеть, скорости у нас возвращаются к тем же значениям, которые были на абсолютно пустом SSD, даже не пришлось удалять и освобождать место. То есть здесь наш безбуферный SSD, а точнее контроллер Maxiom AP1602 и 232-слойные чипы памяти от AMTC показывают себя очень достойно. Что ж, остается сделать тесты на платформе AMD и давайте подводить итоги. Итак, тесты сделаны, результаты получены, и в первую очередь я решил сделать тесты без какого-либо радиатора. Вот в таком вот виде установил, запустил, и на графике ADAS-64 мы с вами увидели небольшой такой провальчик, который, как оказалось, как раз и был связан с тротлингом. Но даже в тротлинге SSD показывает себя очень даже хорошо. Когда я запустил этот SSD под огроменным радиатором от переходника, то все было в полном порядке. Что же касается тестов реальной записи, то здесь мы с вами видим 3,2 гигабайта в секунду до заполнения SLC-кэша. SLC-кэш у нас примерно 210 гигабайт, ну, грубо говоря, 10% от общего, от пустого объема вашего накопителя. Что же касается скоростей после заполнения SLC-кэша, то вот здесь снова сюрприз от безбуферного SSD, точнее от контроллера Maxiom AP1602 и 232-слойной памяти от AMTC. 2,4 гигабайта в секунду, прямо великолепно, прямо все красиво. Да, в конце заполнения нашего SSD накопителя у нас скорость снижается до 800 мегабайт в секунду, но это, блин, надо постараться, чтобы вообще это увидеть. Я сомневаюсь, что кто-то из вас будет непрерывно сразу же заполнять весь объем данного SSD. Причем копировать нужно с другого быстрого NVMe SSD накопителя. Но давайте поговорим про синтетические тесты, которые проводились и на платформе Intel, и на платформе AMD. Конечно же, AMD у нас снова по чтению показывает результат лучше по линейному чтению, но по случайному 4К у нас все-таки AMD пока не дотягивает до Intel, но и там у нас очень хороший результат. VS SSD Benchmark, Intel у нас впереди за счет случайного 4К чтения, ну и также на мелкоблочке платформа Intel показывает себя лучше. Ну а что касается игрового бенчмарка 3D Mark, то для безбуферинга здесь у нас хороший результат. Практически 4000 баллов и на платформе Intel, и на платформе AMD абсолютно никаких вопросов. Ну а если мы посмотрим на результаты PC Mark 10, то Intel немного впереди по сравнению с платформой AMD. Как на быстром тесте, так и на полном. Ну и пришло время подвести итог по поводу нашего SSD Move Speed под серией N7000. Да, все-таки в портномере у нас здесь фигурирует такое название, и на других SSD более медленных там уже идет серия N5000. Так что здесь у нас SSD показывает себя, в принципе, для нас уже ожидаемо, потому что мы с вами видели не один SSD на такой связке. Это контроллер Maxiom AP1602 и чипы AMTC 232-слойные. И в чем-то даже данный SSD обходит SSD с DRAM кэшем. Причем
Причем самое интересное было посмотреть в самом конце. Да, у нас просела скорость записи, но стоило выполнить оптимизацию, как все скорости у нас вернулись и достигли уровня, как на пустом SSD накопителе. И вот здесь, конечно, производителю Maxio огромный респект. Ну, как и производителю MoveSpeed. Потому что дизайн здесь прямо зачет, кошечка смотрит прямо на вас. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит данный SSD, как обычно, ссылочку оставил внизу.